Мобильное приложение C Онлайн для Android банки финансы Lenta.ru 2015 года реклама удобно и безопасно Мобильное приложение Сбербанк Онлайн для Android Сбербанк запустил обновленное мобильное приложение Интернет-банка Сбербанк Онлайн для устройств, работающих на операционной системе Android Теперь это приложение не только полнофункциональное, но и, что особенно важно, отличается особой безопасностью. Отныне пользователям смартфонов, планшетников, нетбуков и прочих устройств на Android ни о чем беспокоиться при проведении любых банковских операций. Новая версия, новые возможности до марта 2015 года пользователям Сбербанковского мобильного приложения для Android устройств переводы напрямую, в один клик, были доступны только между своими счетами. Для перевода в же другим лицам оплаты услуг требовалось сначала войти на компьютере, используя идентификатор и пароль, в систему интернет-банка Сбербанк Онлайн, затем создать шаблон, избранный платеж, выбрав определенного получателя, и только после этого клиент мог воспользоваться приложением и выполнять необходимые действия. Это осложняло клиентам банка управление своими счетами, картами, кредитами, отнимало лишнее время. Подобная сложность процедуры диктовалась определенными особенностями операционной платформы. Android. Эта система открыта для всех и поэтому может быть уязвимой при некорректном использовании устройств. Именно в этой среде действует множество хакерских программ с вредоносными кодами и вирусами, нацеленными на кражу финансовых средств и личных информационных ресурсов пользователя. Но в Сбербанке решили эту проблему, раз и навсегда. Надежная защита в новое приложение ⁇ Встроен антивирус, который при входе в Сбербанк онлайн проверяет смартфон. Антивирус находит все уязвимости, удаляет зловредные программы, а о подозрительных приложениях сообщает пользователю. И после такой быстрой проверки клиент может свободно совершать платежи и переводы. Безопасное приложение, подчеркнем еще раз, самое важное обстоятельство, которое придает запуску обновленного приложения для мобильных устройств особую значимость именно в финансовой сфере. В настоящее время безопасное полнофункциональное приложение для Android совершенно уникально. Аналогов на рынке банковских услуг просто нет. А важность обеспечения безопасности для всех Android устройств возрастает из года в год. В связи с постоянно увеличивающимся количеством этих аппаратов, поступающих на рынок. Так, как сообщает статистика, в большей части смартфонов в 2014 году была установлена именно операционная система Android. При этом за весь прошлый год было продано более 1 миллиарда коммуникаторов на этой платформе. Сейчас среди клиентов Сбербанка зафиксировано около 1,5 миллиона активных пользователей мобильного приложения ⁇ Чбербанк онлайн ⁇ для Android. Повышенная безопасность и значительное увеличение функциональных возможностей запущенной в марте новой версии этого приложения должно привести к существенному росту общего количества клиентов Сбербанка, использующих Android-устройство для совершения финансовых операций. Прежде всего, приток новых клиентов ожидается за счет тех, кто скачивал когда-то предыдущие версии этого приложения, но потом удалял из-за ограничения функционала. Выход уникальной новой версии мобильного приложения Сбербанк Онлайн для Android – очередное свидетельство того, что Сбербанк, известный своими инновациями, применяет в своей повседневной деятельности самые передовые, самые высокие технологии. В частности, Всем его клиентам обеспечена возможность просто, выгодно, удобно и безопасно совершать любые переводы и платежи. Воспользоваться мобильным приложением Сбербанк Онлайн возможно при наличии доступа в сеть интернет. Мобильное приложение Сбербанк Онлайн доступно бесплатно для скачивания в магазинах приложений для использования на мобильных устройствах и платформах. iPhone, iPad являются товарными знаками компании Apple Incorporated зарегистрированными в США и других странах. Android является зарегистрированным товарным знаком. Google Inc., Windows Phone является зарегистрированным товарным знаком корпорации Microsoft в отношении информационной продукции без ограничения по возрасту. Подробную информацию об онлайн-сервисах Сбербанка и иных услугах уточняйте на сайте банка, в отделениях или по телефону 8 800 555 55 50.